Приветствую вас, дорогие друзья! В рубрике «Польза и вред» продолжаю серию публикаций о сухофруктах, об их полезных свойствах и ограничениях. Сегодня в центре внимания изюм, лидер сухофруктов, а также любимое лакомство детей и взрослых. Тему назвала так «Изюм – лидер сухофруктов». На языке крымских татар изюм означает «сухой виноград». Свежие плоды винограда еще в древности использовались для приготовления вин. Но изюм не был бы знаком людям сегодня, если бы не одна случайность. Кто-то из работников виноделов не убрал остатки винограда, предназначенного для приготовления напитка. Когда факт нерадивости был обнаружен, виноградные ягоды успели превратиться в сухофрукты. Людям настолько понравился вкус и аромат удивительного лакомства, что они стали специально сушить виноград. В Библии есть упоминание о том, как будущему царю Израиля Давиду преподнесли 100 гроздей изюма. В Европу его завезли рыцари в 11 столетии, а на Руси сухофрукт появился во времена татаро-монгольского нашествия. Сегодня виноградные плантации есть не только на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Культура выращивается на территории Европы, Америки, южных регионах России и на Кавказе. Известно около 700 разновидностей винограда. Но для получения изюма используются всего 4 сорта, а чаще всего знаменитый белый кишмиш без косточек. Учитывая видовое разнообразие винограда, назвать конкретный показатель калорийности изюма невозможно. Для получения продукта высокого качества используются сорта, в которых содержание сахаров составляет не менее 20%. Поэтому калорийность изюма варьирует от 240 до 300 единиц. Самым высоким показателем обладает сорт кишмиш. Хотя сегодня во многих странах высушивают виноград механическим способом, больше всего ценится сухофрукт, полученный естественным путем. Сушка на солнце позволяет сохранить состав и полезные свойства продукта. Уникальность этого продукта в том, что после удаления влаги из ягод винограда концентрация в них некоторых веществ возрастает. Биологическая структура представлена следующими веществами. Витаминная группа В в полном составе, никотиновая и аскорбиновая кислоты, минеральные элементы бор, рубидий, кобальт, железо, кальций и многие другие минералы, органические кислоты, фруктоза, пищевые волокна, пектин, глюкоза. Такой насыщенный и разнообразный состав доказывает, что изюм – лидер сухофруктов не только по вкусовым качествам, но также по спектру полезных действий. Ведь всего одна горсть натурального продукта способна удовлетворить потребности организма взрослого человека в витаминах и минеральных добавках. Благодаря высокому содержанию биологических активных компонентов, изюм в целом оказывает положительное влияние на организм. Он обязательный ингредиент многих диетических программ, поскольку обладает следующими свойствами. Стимулирует пищеварительные процессы, нормализует уровень холестерина, помогает быстро восстановиться после чрезмерных физических нагрузок, повышает прочность сосудов и улучшает сердечную деятельность, активизирует умственную деятельность, регулирует нормальный состав крови, нормализует артериальное давление, демонстрирует антиканцерогенную активность, на клеточном уровне тормозит процессы старения, укрепляет иммунную и нервную систему. Изюм – один из немногих продуктов, содержащий в чистом виде никотиновую кислоту, которая необходима для нормального функционирования нервной системы. Изюм полезен для мужчин. Сухофрукты из виноградных ягод содержат аргинин – вещество, необходимое для поддержания нормальной потенции мужчин. Кроме того, изюм способствует наращиванию мышечной массы, поэтому спортсмены всегда включают его в рацион своего питания. Регулярное употребление небольших порций изюма станет надежной профилактикой
простатита и патологии мочеполовой системы мужчин. Не менее полезен изюм для женского организма. Присутствие в ягодах витамина Е положительно влияет на репродуктивные способности представительниц прекрасного пола и тормозит процессы старения. Если ежедневно съедать небольшую порцию сушеных виноградных ягод, такая добавка к меню отразится следующими полезными действиями. Улучшит настроение в период менопаузы, повысит либидо, облегчит состояние во время месячных, нормализует гормональный фон, поможет справиться с бессонницей, укрепит костные ткани и суставы. Изюм – лидер сухофруктов еще по способности быстро насыщать организм энергией, поэтому специалисты рекомендуют школьникам и студентам перед экзаменами кушать изюм. Людям пожилого возраста тоже стоит обратить внимание на этот уникальный продукт. Изюм нужно вводить в питание беременной женщины, так как он богат питательными веществами, которые необходимы для развития плода в утробе матери. Сушеные ягоды богаты железом и витамином С, что сокращает развитие анемии, а клетчатка, содержащая в нем, поможет решить проблему с пищеварительным трактом, а именно с запорами. Рекомендуется изюм при грудном вскармливании. Ягоды помогают женщине избавиться от усталости и после родовой депрессии, а также помогут восстановить работу сердечной мышцы, нормализации состояния кожи, волос и зубов. Изюм – прекрасный источник углеводов и железа, который необходим для детского организма. Сушеные ягоды – отличная замена конфетам и другим сладостям. Они богаты минералами, которые помогают в умственном и физическом развитии ребенка. Несмотря на солидный список достоинств, есть у изюма некоторые недостатки. Поскольку это высококалорийный продукт с высоким содержанием сахара, его противопоказано употреблять диабетикам, людям с проблемами веса, в активной фазе туберкулеза, при острой сердечной недостаточности и гипертонии, пациентам с гастритом и язвенной болезнью, при пульпите и стоматите. Беременным и кормящим женщинам разрешается кушать изюм, но к такому послаблению нужно относиться очень осторожно. Детям можно давать сухофрукты только после 3 лет. К изюму всегда было и остается благосклонное отношение со стороны официальной медицины. Медики вообще считают любые сухофрукты прекрасной альтернативой современным сладостям, которые вредны для здоровья детей. Отвары из изюма облегчают состояние при респираторных заболеваниях и пневмонии. Поэтому в больничном меню всегда присутствуют напитки из сухофруктов. Врачи рекомендуют употреблять изюм для восстановления сил пациентам после продолжительной болезни, а также спортсменам, так как изюм обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Сторонники натурального питания советуют употреблять изюм в чистом виде. Но этот вид сухофруктов не случайно любят кулинары всего мира. Ведь изюм можно добавлять в каши, салаты, выпечку, десерты, пудинги. Сушеный виноград отлично сочетается с другими сухофруктами и орехами, а также с рисом и творогом. Его обязательно добавляют в мюсли, печенье, пирожные. При добавлении к мясу и изюм выдерживают в красном вине, тогда вкус блюда становится еще отменнее. Крупные ягоды применяют в производстве вина и безалкогольных напитков. Вариантов много, поэтому каждый может выбрать для себя тот, который больше придется по вкусу. В заключение хочу рассказать некоторые интересные факты об изюме. В Древнем Риме и Греции изюмом награждали победителей турниров. За 2 банки изюма можно было в Древнем Риме купить 1 раба. Шотландец Уильям Томпсон в 1876 году вырастил сорт винограда без косточек. Культивированием винограда первыми начали заниматься армяне и финикийцы. Белый сорт сухофруктов обладает самой высокой антиоксидантной активностью. Изюм никогда не бывает причиной кариеса, потому что содержащие в нем кислоты уничтожают бактерии, вызывающие разрушение зубов.
Чтобы получить 2 тонны изюма, необходимо переработать 4 тонны винограда. В свежем винограде 8 раз меньше сахара, чем в изюме. Напоследок хочу заметить, что чрезмерное количество изюма поедать не рекомендуется. Просто введите его в свой рацион, добавляйте в десерты и каши, готовьте отвары и компоты. Будьте здоровы, берегите себя!